И 5, 4, 3. Маркус! Плохие парни до конца. Майк, ну не гони так. Опаздывает. У меня живот крутит, дай хоть колы купить. Купи себе попить, но никакой жрачки. А хот-доги свежие? Вчера вроде были. Я возьму, годится. Открыл кассу. Ты стоять! Это что, у тебя Skittles? Это не мое, Майк. Его. Вот чего ты не в свое дело встреваешь? Маркус, в машину. Он ствол наставил. Кого злить будешь, его или меня? Звони 911. А вы не из полиции? Реджи, это ты все сожрал? Нет, сэр. Работу найти не думал? Я в морской пехоте служу, сэр. Ну тогда надо на фронт. Пап, смотри. Нам стало известно, что капитан полиции Конрад Говард был при жизни связан с наркокартелями. Хотят очернить его память. Действуем. Что за черт? Он обращается с того света. Глупости, Маркус. Если вы это видите, меня нет в живых. Не знаю, насколько высоко тянутся нити, но лучше никому не верить. Будьте осторожны. Кто-то хочет вас подставить. У нас двое подозреваемых. Лаури и Бернет. Они вооружены и опасны. И 5, 4, 3. Нет, стеклоочистители не опасны! С ума сошел! Я тебе кто, ученый? Дрянные из вас беглые преступники. Покажи-ка зверя, Майк, где злость? Сейчас я их! Что-то долго жду! Плохие парни. До конца. Наши шмотки крадете? То есть, раз мы черные, значит... Маркус, что? Глянь на свой принт, белый парень. Спой-ка свою любимую песню «Рибы». О, рибы не знаешь? Пойте, говорят. Я красотка. Цвета шоколада. Ну ты что, она белая? Я тебе спою песню белую. Нет у нее таких песен. Это из невышедшего. Скоро в кино.